Если б старость могла, а молодость хотела, а она хочет зарабатывать и жить достойно. На сегодняшний день Саратовская область – это 2 440 815 человек. Почти 400 тысяч из них живут за чертой бедности. Эти данные публикует «Саратовстат». Здесь говорят на языке цифр и объясняют их происхождение. Работники «Саратовстата» ежеквартально проводят выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Обследованию подлежит 800 семей Саратовской области в разных районах. Кроме этого, ежегодно проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Тоже обследованию подлежит порядка 900 семей. И вот на основании эти полученные данные затем направляются в Росстат, где на основании официальной статистической методологии происходит распространение этих данных на всю территорию Саратовской области и формируется окончательный результат по уровню бедности. Вот уровень бедности за 2018 год у нас составил 16,1%. К слову сказать, что уровень бедности у нас снижается на протяжении трех лет. Например, по итогам 2016 года он был 17,4%, а по итогам 2017 года 16,8%. Каким образом ведется расчет, знают лишь посвященные. Но обыватель не может не заметить, как одно за другим промышленные предприятия исчезают с карты Саратова. Как говорит директор завода имени Серго Орджоникидзе Дмитрий Ханенко, умирающая промышленность тянет на дно бизнес, а следом тонут и доходы населения. Можно по-разному относиться к методикам получения вот этих индексов и этих статистических данных, но так или иначе тенденция налицо. Конечно, у нас есть крупные, скажем так, промышленные предприятия, крупные субъекты экономической деятельности, которые присутствуют в нашем регионе. И их колебания, их деятельности наносят, как бы так скажем, существенное влияние на получение вот этих статистических данных. Дальше малый, средний бизнес, который тоже питается от крупных промышленных предприятий, это и работники, которые там работают, ну и, собственно, само предприятие, оно что-то потребляет, какие-то услуги транспортные, там, карандаши, бумагу, сказать, там, питание и так далее. С питанием тоже проблема. Заведения и магазины в центре закрываются быстрее, чем успевают начать работать. Еще недавно большинство подвальных помещений на проспекте Кирова были заняты заведениями общепита. Там не появилась другая форма бизнеса. Они просто исчезли. Как говорят в бизнес-сообществе, заколоченные ставни магазинов – это уже своего рода эпидемия Саратова. Снизилась покупательская способность, зато повысилось давление на бизнес со стороны контролирующих органов. Это тоже идет плюсом к карме к 400 тысячам бедных. Самое важное – это развитие экономики. Это, конечно, развитие предпринимательства. Тем более мы знаем, что молодежь, которая надо оканчивать наши вузы, да, именно в возрасте молодого люди предприимчивы. Они хотят себя показать, они хотят открыть свой бизнес. И считаю, что в регионе должны создаваться все условия именно для молодежи, для открытия бизнеса, для того, чтобы им было комфортно. А для того, чтобы было комфортно, это не только бизнес, это и комфортная среда обитания. То есть должны быть условия, созданные для жизни, для комфортной жизни. На сегодня мы в этом отстаем, поэтому считаю, что вот такие вот два-то параметра, которые заставляют нашу молодежь уезжать, вот, и нет поддержки молодежи для их развития. По данным Саратовстата, средняя зарплата в области 27 тысяч 4 рубля. Это на 6% больше прошлого года, а по Саратову 36 тысяч 593 рубля. Это на 8% выше прошлого периода. При этом доход зависит от сферы занятости. Одна из самых высоких – это финансовая страховая деятельность и операции с недвижимостью. Там средняя заработная плата сложилась за январь-апрель 2019 года 43 324 рубля. Что касается государственных и муниципальных служащих, средняя заработная плата 29 603 рубля. И рост ее составил 3%. Одна из самых крупных отраслей народного хозяйства – это обрабатывающее производство. Вот заработная плата в обрабатывающих производствах 27 651 рубль. В строительной отрасли 20 157 рублей.
в сфере торговли 19 651 рубль. И там рост 6% составил. Наименьшие заработные платы у нас сложились в лесном, сельском хозяйстве, рыбоводстве. И несмотря на то, что темпы роста составили 13,5% по сравнению с аналогичным периодом, тем не менее, заработная плата все еще находится на уровне 17 604 рублей. С одной стороны, статистика говорит об увеличении доходов, а полицейские сводки фиксируют рост краж продуктов. Не исключено, что именно бедность доводит людей до крайности. За 6 месяцев 2019 года совершено 226 краж из магазинов, складов и баз. За аналогичный период прошлого года 192. Таким образом, регион получил ряд постоянных величин – бедность, отток населения и поиск способов выживания в текущих условиях. Мы, как торгово-промышленная палата, тоже понимаем и видим, что сокращается в каких-то областях количество предпринимателей. Мы видим, что в каких-то областях предприниматели, не желая платить те же самые налоги, которые могли бы государству помочь для того, чтобы какие-то произвести проекты, они уходят в тень. Но нужно учитывать еще один порядок цифр. Число бедных и их процент от общего числа жителей области основан на данных переписи населения от 2010 года. А за 9 лет здесь многое изменилось.